Здарова, братаны! Вы на канале DevPlay, меня зовут Евгений, это второй сезон Бэтмена, четвертый эпизод, и сегодня мы его продолжаем проходить. Погнали! В порядке, спасибо. Врач в пути. Как здоровье? Хорошо. Лучше. Еще немного отдыха и чая, и буду как новенький. Отдохни получше, Альфред. Тебе больно. Пострадала лишь моя гордость. Жаль, что врачам ее не поправить. Ты можешь крепиться, но... Не отойду, пока не прибудут врачи. Ясно? Понял, хуй старый. Понял. Давай откровенно. Насколько мне следует опасаться? Быть осторожной. Пусть Альфред сам тебе расскажет. Говорю же, я в порядке. Мне очень жаль, тут есть много о чем волноваться прямо сейчас, помимо меня. Так что, Брюс, после беседы в твоем офисе у меня родилась идея. Я хочу тебе показать. Сиськи. Так, этим я занимаюсь в свободное время. Помню, ты говорил, что будешь... помощь будет не лишней, знаешь, когда ты Бэтмен. Я начала думать о тактическом костюме, в случае, если понадобится. Блять, в чем мне делать? Блять, мне просто мышкой водить? Что это было? Зачем? Я бегу впереди себя. Последнее, чего тебе хотелось бы, чтобы я оказалась под угрозой. Это не только про меня. Тебе предстоит иметь дело с сильной оппозицией, Брюс. Больше, чем обычно. Альфред рассказал мне, как Бэйн чуть не убил тебя. Так что это разработано для тебя. Это пистолет. Охуеть, какой ты наблюдательный. Бэтмен не использует пушки, Тиффани. То есть, совсем? Но не думала, что это твое правило. Терпеть не могу пушки, Тиффани. Мы с самого детства. Я забыла. Мне очень жаль. Преступники все еще хотят убить Бэтмена. Хочешь сказать, ты никогда не рассматривал пистолет? Никогда. Это нарушит мой кодекс. У Бэтмена есть кодекс? Без него я мог бы стать тем, что ненавижу. Послушай, мне следовало обдумать лучше. Я просто увлеклась дизайном, Мне надо многое узнать. Не относись к себе так сурово. Обнаружена Харли. Заебок. Старый аттракцион братьев Бонус на окраинах города. Лучше поторопиться. Мне пора. Мы будем ждать здесь. Блять, я б тоже в таком поместье жил. Но, видимо, в этой жизни не судьба. Призовой карнавал братьев, 23-28. Походу, там давно уже призы никто не раздает. А почему подсвечивается комната смеха? Или так и все и надо? Джон? Джон? Нихуевая инсталляция. Че ты крипово? Я бы сказал, попрыгунчик. Повернуть.
Чпак-чпак. Сломано. Бля, я уже надеялся на скример. Нам как бы говорят, пиздуй туда. Ну, давайте еще немного посмотрим. Доктор Квинзель. Это принадлежит Харли. Ну давай, погнали. И поджопник. Да-да-да. Мне это нравится. Пошли. Так. Картина осмотреть. 3D-картина? Бля, да, это пиздато. Фигура лошади. Так, что у нас... Ай, ёб твою мать! Блять! Ждал, блять, и дождался, сука. Лестница в никуда. Ёбушки твои воробушки. Ух! Не, в этот раз уже страшно не было. Хорошо, что я пока кулял. Ебать. А чё камера не приближается? Боже, пожалуйста. Вы мне совсем не помогаете, знаете ли. Что же я скажу Брюсу? Это не я. Разумеется, это я. Но это была самооборона. Полагаю, может сработать. Брюс? Брюс? Я так рад, что ты здесь. Пожалуйста, только не... На самом деле, это все не так, как кажется. Я все могу объяснить. Ты только постарайся не судить строго. Сделай глубокий вдох, Джон. Просто успокойся. Это было ужасно. Просто ужасно. Но ты прав. Мне нужно поделать упражнение и взять себя в руки. Что случилось? Харли здесь? Она ушла. Как только я сюда добрался. Агенты, они искали ее. Они не должны были сразу начинать стрелять, Брюс! Они должны говорить «руки вверх!» Я видел по телевизору! Они просто взяли и напали на тебя. Я пытался с ними говорить, но они меня не слушали. Они жаждали крови. Меня что-то захватило. Что-то темное, жестокое, жаждущее выжить. Я схватил то, что под руку подвернулось, и стал отбиваться. Тебе смешно? Прости, я всегда смеюсь, когда нервничаю. Че он делает вообще? Ух ты! Я сделал тот косметический ремонт, да? Интересно, Харли понравилось бы такое цветовое решение? Понравилось бы? Спокуха. Ты говоришь, что их чем-то ударил? Думаю, да. Я просто схватил первое, что попалось под руку. У этой женщины огнестрельное ранение. В самом деле? От выстрела в спину. О, да. Теперь вспоминаются. Она потянулась за пистолетом своего напарника, и я... Я просто действовал на автопилоте. Ладно, похоже, ты был вынужден это сделать. Именно! Это был вопрос жизни и смерти. И я просто закрыл глаза и надеялся на лучшее.
Во мне было столько ярости, Брюс! Это было чудовищно! Я словно... Словно стал кем-то другим. Кем-то опасным. Но зато таким, кто пригодится рядом, когда тебя прижали к стенке. Что ж, надеюсь, с тобой теперь все в порядке. Думаешь, ты стал норм? Да. Я чувствую себя гораздо лучше. Спасибо. Тебе совершенно не о чем беспокоиться. Это был кратковременный эпизод. Хоп, и все. С этим не будет проблем. Обещаю. Ты же веришь мне? Конечно, я верю тебе. О, да хорошо. Спасибо, Брюс. Спасибо. Спасибо тебе. Я не знал точно, могу ли я на тебя рассчитывать. После того случая с маячком. После нападения. Было обидно узнать, что ты со мной не откровенен, Брюс. Что у тебя есть секрета? Я всегда был честен с тобой, Джон. Ой, Брюс, мы оба знаем, что это неправда. Ты забыла, что я тебя знаю? Какой ты на самом деле? Ты вечно прячешься за какой-нибудь маской. Плейбой, бизнесмен, преступник. Летучая мышь. Парам-пам-пам. Друга не обманешь. Если есть время внимательно наблюдать. Ты Бэтмен. Молодец, Джон. Верно, ты все понял. Признаюсь, я впечатлен. Это только потому, что ты меня недооценивал. Когда ты пожертвовал собой ради кошечки, сомнений не осталось. И что? Думаешь, получится надавить на меня этим? Шантажировать меня? Мне бы и в голову не пришло! Мы как две нитки в одном шве, помнишь? Понимаешь? У меня в голове сейчас все перепутано, мне нужна цель. Я знаю, где Харли. Она выйдет из города на грузовике по Готэмскому мосту. Давай я тебе помогу ее остановить. Ты и я, Бэтмен. Мы вместе очистим этот город. А что будет? Если, конечно, этот шов не порвался по-настоящему. Когда все закончится, мы с тобой очень серьезно об этом поговорим. Но сейчас... Давай найдем Харли. Поймаем ее вместе. О боже, спасибо, Брюс! Нас ждут великие дела! Ой, прости, я тебя запачкал. Нужно догнать Харли, пока эти кровожадные агенты до нее не добрались. У нее взрывчатка и вирус. Если они откроют огонь, там быстро станет весело. О боже! Помнишь, как ты сказал, что можешь купить мне машину? Ловлю тебя на слове по поводу того предложения. Да, походу будет жарко. Что же, на этом моменте мы сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.